Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят года, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. 9 мая наша страна отмечает 76-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для всех нас День Победы – это особый праздник. Он соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и великое самопожертвование. За коротким, но емким словом «победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. В память священного подвига воинов-земляков, отдавших свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины, 9 мая, в день 76-летия Победы, в Кашхабском районе состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим воинам Великой Отечественной войны. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции состав участников мероприятия был ограничен до минимума. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В возложении приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальники отделов и управления администрации района, руководители организации МВД прокуратуры. Завершился День Победы в Кашхабском районе традиционным ярким праздничным салютом.